Всем привет, ребята, на канале Суперкошка, с вами Варя, добро пожаловать в Бравл Старс. И как вы знаете, сегодня новый Бравл Пасс, новое все, новый сезон. И как вы уже поняли, ну, в этот раз я не буду купить два сезона, но я куплю Бравл Пасс. Нет, это не набор, а просто Бравл Пасс. Я, конечно, докоплю сезон, но, как вы видите, до конца сезона не 64 дня, как обычно, а 48. То есть будет больше новых бойцов, больше всего. Да, но Бравл Пасс я куплю прямо сейчас. Сейчас я заберу подарочек. Это у нас 10 монет. Кстати, ребята, я вам хочу кое-что сказать. У меня только три бравлера не на седьмой силе. Это Белль, Эдгар и Фрэнк. Остальные на седьмой и восьмой. Ну, что, ребята, сейчас покупаем наш Бравл Пасс за 169 гемов. Кстати, в следующем сезоне, мне кажется, у меня тоже получится его купить. Потому что, да. Получаем... Бравл Пасс, точно хочешь купить? Хочу. Это просто нужно заскриншотить. Бравл Пасс разблокирован. Найс. Кстати, я хочу себе поменять аватарку на... Блин, а где у нас Белль? Вот на Белль. Теперь у нас, кстати, цветной ник. И да, ребята, в этом видео я вроде либо выполню квест, либо подниму Эдгара, не выходя в меню, на 10 ранг. Или 15. Хотя нет, все-таки в этом видео я выполню квест. Но это видео будет не очень большое, типа... Как-нибудь... ну, минут, не знаю, 5. Ладно, чуть больше. Так, что за карта? Все-таки думаю, сюда бро больше подходит. Или возьмем. Да, давайте сюда пойдем. Давайте оставим Ниту. Надеюсь, все будет хорошо. Все-таки мы сыграем, наверное, только один раз. Ну, или не знаю. Блин, у меня немного залагало. Кто? Как? Как мы забили гол? Ладно. Я определенно что-то пропустила. Ой, блин, что я сделала? Ладно. Я возьму, пожалуй. А, мы забили уже, так сорян. Гребаное окошко высветки этого сообщения. Да, блин, забиваю уже, все. Молодец. Победа. Сразу три квеста. Вот так нравится вот это. Что, по 200 жетонов? Не по 250, а по 200. Не понял. Жизнь боль. Ладно. Что произошло? Что произошло? Я ничего не поняла, но нам забили гол. Чё? Ива... А, ё-моё! Та же самая ошибка. Я совершил второй раз подряд ту же самую ошибку. Ну, ладно. Следующая карточка. Кстати, мне кажется, когда я выйду, у нас будет ну, либо пятый, либо четвертый ящик. Так. Кстати, не знаю, когда я заберу скин на розу. Мне кажется, когда буду все открывать. Да, я буду копить опять. Я буду копить, и надеюсь, это открытие будет лучше, чем предыдущее. Где я выбила за два сезона только 4 бравлера. 4 бравлера за 2 сезона. Это же несправедливость какая-то. Люди с одного сезона дофигища выбивают. Шелли, да... Шелли зачем? Ну. Они... Ой, полетели. Я не забью. Супер. Ладно.
Это ускорение мешает. Ёштрандош, откуда ты здесь взялось? Ладно. Мне кажется, я слишком тихо говорю, вы меня не слышите. Я, наверное, сейчас последний раз сыграю. Потом будет видео подлиннее, где я прокачиваю Эдгара, не выходя в меню, на 10-й ранг. А может, на 15-й. Никто не знает. Тару, я не знаю, я за нее поиграла без кубков. Я за нее поиграла без кубков, она мне не очень зашла. Потом, наверное, ее я апнула тупо на 5-й ранг, не выходя в меню. Потому что я не знаю, зачем. Апать перса, который тебе не очень понравился, на 20-й ранг, не выходя... на 10-й ранг, не выходя в меню. Конечно, понимаю, возможно, наберет много просмотров, но все же. Ладно, насчет следующего видео... Да ладно, я даже не выполнил ни одного квеста, у меня уже 4 ящика, вообще найс. Да, в этом видео я ничего такого не сделал, только купил и брал пас. Но следующее будет интереснее. Намного, потому что я буду прокачивать Эдгара. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, увидимся в следующей серии, которая будет сегодня.